В Акмолинской области началась весенняя посевная кампания. Как прогнозируют специалисты, она пройдет в оптимальные агротехнические сроки. Все благодаря тому, что хозяйства хорошо оснащены техникой и у них в наличии полный объем необходимых семян. Общая площадь посевов в регионе 4 миллиона 700 тысяч гектаров. Основную часть займут зерновые культуры. Тему продолжит Сауле Кусаинова. Посевной кампании в Акмолинской области будут участвовать 5000 различных сельхозформирований. Зерновыми культурами планируется засеять более 4 миллионов гектаров земли. Если позволит погода, весенние полевые работы завершат до начала июня. В прошлом году область получила 5 миллионов тонн зерна. И в этом году земледельцы надеются получить не меньше. С надеждой на хороший урожай приступили к посевной в хозяйстве Баймырза Агро. С прошлого года здесь применяют влагосберегающие технологии обработки почвы. Благодаря использованию новых технологий хозяйство получило по 17 центнеров зерна с гектара. И в этом сезоне на поля выходит современная техника. Сейчас мы технологии все усовершенствованы. Никаких затруднений не видим мы так смотреть. В гектарах мы раньше, если сеяли 1000 гектар там несколько дней, но мы это 1000 гектар для нас, например, для этой техники, это не проблема. Если погодные условия, все будет нормально, но эта техника не подведет. За счет увеличения посевных площадей в этом году здесь планируют засеять 5000 масличных и 13000 зерновых культур. Уже сейчас суточная выработка достигает 800 гектаров. Для коллектива, где работает 120 человек, это не предел, говорят крестьяне. Благодаря очень сильной поддержке государства сельского хозяйства даются дотации. На данный момент мы получаем субсидированное дизельное топливо, кредиты через СПК по минимальной процентной ставке. Все это способствует тому, чтобы сельское хозяйство активно развивалось. Для нынешнего сева в области заготовлено 523 тысячи тонн семян. На поля по всему региону выйдет более 18 тысяч спецтехники. Сауле Кусаинова, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область.